Хотя Зейнеп старается держаться подальше от Алихана, однако он ей этого не позволяет. Он поговорит с Зейнеп и попросит у нее дать ему еще один шанс. И сделает это в своем необычном стиле. Тем самым сможет вновь удивить Зейнеп. Халид и Йылдыз только что помирились, но она вновь ввязывается в скандал, а дома опять напряженная обстановка висит. Эндер уже в отчаянии, считая, что не сможет разлучить Халита и Йылдыз. Посмотреть очередную 16-ю серию турецкого сериала «Запретный плод» вы сможете уже после 1 октября. Всем спасибо за внимание. Пока.